Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим про карту Фьорды. Особенно про правый респ, который тупо ужасен. Если с левой базы можно поехать в верхнюю часть карты, и там куча прострелов, кустов и позиций, откуда можно спокойно покемперить, а если центр враги не заняли, то можно продавить до самой базы. Также, если вы играете на тяже, можно поехать в нижнюю часть карты и там спокойно бодаться. От башенки или от бортика. Но что касаемо правого респа, если мы играем на этой карте, если вы на тяжике поедете в нижнюю часть карты, вам будет арта в затылок накидывать. Плюс еще там не столь удобно играть от башни, как с другой стороны. А в верхней части карты нету удобных балкончиков с кустиками, как для другого респа. И ты там просто стоишь и ждешь. В принципе, левая база имеет намного больше приятных разъездов, и на ней играть просто легко. А вот на правой базе играть крайне отвратительно, ехать тупо некуда, делать на ней нечего. И как по мне, она чаще проигрывает. Картошка даже умудрилась один раз сделать видос по этой карте, куда и что на ней делать и ехать. Но даже сами поняли в своем видосе, что с правого респа особо-то и некуда ехать. И все позиции, которые они там предлагали, честно говоря, та еще помойка. Чисто от безвыходности предлагали лишь бы что-нибудь. Ну а что, куда деваться с подводной лодки? У картошки половина карт вот таких, где с одной стороны играть тупо отвратительно. По большей части поэтому и неинтересно играть в World of Tanks, если вы в ней не новичок, а уже довольно-таки много играете. При виде карты вам уже неохота играть, поскольку вы знаете расклад заранее. На мой взгляд, такие карты нужно из игры убирать, переделывать и возвращать, если добились нормальной переделки. Если не добились, то она в игре не нужна. Таких карт довольно-таки много, где один респ намного слабее, и эти карты не меняются годами. Это абсолютно неинтересно. Что касаемо правой базы, единственное место, где можно нормально поиграть, это центр. Далеко не все танки могут сюда заехать, на центр, на этот балкончик. От вражеских прострелов здесь нас спереди прикрывает камешек, сзади прикрывает камешек. И мы здесь можем спокойно выезжать и от башенки накидывать в спину тем, кто решил верхнюю часть карты давить. Если вы играете за левую базу и враги заняли центр, то вам никогда в жизни нельзя давить, так как в этом бою давили враги и пытались там продавить верхний правый угол. Никогда в жизни нельзя его давить, если в центре стоят враги, поскольку они будут вам бесплатно накидывать спину, как я делал это весь бой. Честно говоря, как по мне, эта карта раньше, когда я только начинал играть, была намного лучше и интересней. Там были какие-то подсадки, куча всяких позиций с кустами, с камнями, было куда поехать, интересно было играть. Сейчас эта карта абсолютно неинтересная. Тупо ужасная, и при виде этой карты, особенно правого респа, играть вообще не хочется. Да и, как по мне, интересная нормальная позиция здесь всего лишь одна для правой стороны. Плюс ее еще разыграть получается очень редко. Если едешь вверх с правого респа, делать там особо нехер, просто постоял, бой закончился, тяже продавили, конец боя. Если ты играешь на тяже, едешь, тебе в спину накидывают на нижней части карты и все. Просто помойка. Иногда получается разыграть и победить, как я сделал, с центра. Но на тяже сюда не поедешь, на ПТ сюда не поедешь, да и немногие СТшки даже сюда успеют доехать. Как по мне, карта полный кал. Вот в принципе и все. С вами был Варчик, играйте красиво, пока. So this is how we end up. The game is set to play. Every